Всем привет, вы на канале GameDop. Сегодня у нас видео по игре Raziel. В этом видео мы разберем билд на магичку через экстра дэмэдж. Получается, у меня на компе я обновил блюстак, и теперь у меня там не работает Raziel. Теперь я Raziel только могу через мобилку играть. Пытался старые версии блюстака ставить. Ну, я не помню, какая была у меня старая версия. Но на новой версии Raziel не работает. Если вы знаете, на какой версии 100% работает Raziel, пожалуйста, напишите в комментариях. Поэтому, из-за того, что Raziel на компе не работает, мне слишком неудобно снимать саму игру. И поэтому и стримов сейчас на данный момент по этой игре нету. Из-за того, что игру снимать неудобно, данный гайд будет не очень подробный. Я не буду слишком подробно про каждую шмотку рассказывать, потому что сидеть на мобилке переводить гораздо дольше, чем на компе. Итак, для этого билда нам нужен сет Last Roust Eyes. Из этого сета нам нужен шлем, посох, кольцо и перчатка. Затем мы берем вот такую вот легендарную броню. Легендарная броня улучшает скиллы Ice Mist. Повышается радиус этого скилла. Берем вот такие вот ботинки. Если я понимаю английский, то при помощи этих ботинок мы Ice Mist скилл будем использовать два раза. Что нам дает наш сет? Во-первых, наш сет улучшает скилл Ice Run. Это наши последние четвертые скиллы. Вот он его и улучшает. На этом остановимся. Давайте посмотрим на скиллы. Естественно, мы берем скилл Ice Rain. Берем скилл Ice Mist. Это два основных скилла. Третий скилл, тут как бы он не решающий. И четвертый скилл, это наш как бы прыжок. Вот такие скиллы мы используем. Наш основной стат это экстра дэмэдж, поэтому мы качаем эту правую ветку талантов. У меня прокачано так, это я скопировал, где-то взял там в топах посмотрел, я взял скопировал. Вроде бы вот так и все работает отлично. В принципе можно фантазию проявить и кое-что можно переделывать. Это вам как бы так за основу. Берете за основу, а потом в процессе игры вы изучаете своего героя, и потом вы начинаете понимать, что вам нужно добавить, что вам нужно отнять, и постепенно вы корректируете билд под себя. Данный билд мне показался очень сильный, и поэтому я думаю, что на данный момент это лучший билд для Алины. Как я уже говорил, наш основной стат это экстра дэмэдж, поэтому мы должны его прокачивать везде. Камни на экстра дэмэдж качать, руны на экстра дэмэдж качать, мэджик стоуны туда мифики вставлять на экстра дэмэдж. Какие мифики? Филлеры. Во, ошибочка. Ротация скиллов. Получается, наш основной скилл это четвертый скилл. Он обладает большим радиусом действия. Он вливает максимальный урон. Также мы подкастовываем третий скилл, тоже радиус действия большой. И получается, что второй скилл, то есть второй скилл, третий скилл кастуем и четвертый скилл кастуем. Это наш как бы главный ДПС идет. Из-за того, что у нас эти скиллы долго откатываются, нам нужно стараться собирать большие толпы мобов и как бы закидывать этими тремя масухами получается. Пока скиллы откатываются, можно кастовать второй скилл. Скилл урона много не наносит. Но, как говорится, чтобы без дела не стоять, можно и вторым скиллом тоже немножко подкастовывать. Данный скилл, ну, с мобилки более-менее удобно управляется, но если им играть на компе, вторым скиллом пользоваться вообще нереально. Он чисто для мобильных устройств предназначен. На этом, ребята, все. Спасибо за внимание. Пойду
варить пельмени, потому что я жрать хочу. Всем пока. Баба.